городском округе орудуют мошенники. С таким предупреждением красногорские полицейские вышли в специальный рейд по раздаче инструкций, как действовать, чтобы не стать жертвой обмана. Помимо звонков в духе «Ваши родственники в беде, срочно переведите деньги», в ход идут и личные визиты на дом. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками различных служб по замене чего угодно. От водосчетчиков до пенсионных удостоверений. Предлагают даже обмен валюты, говорят правоохранители. В таких случаях советуем, значит, во-первых, естественно, не пускать никого, потому что ни социальные службы, ни газовые службы, ни какие-либо службы не ходят по домам, не предлагают это. И советуем ни в коем случае не подписывать никакие бумаги. Почему? Потому что до того, как вы подписали бумагу, значит, это считается мошенничеством, действительно, преступлением. А после того, это уже как добровольное соглашение идет. Попались на удочку мошенников в этом году уже 20 жителей Нахабино. Это только зарегистрированные случаи. В полиции советуют быть бдительными и не вестись на удивительно выгодные условия сделки.